Всем привет! Сегодня будет ответы на вопросы, короткое видео. И если я правильно помню, спрашивали про стул, который стоит у столика, который мне понравился. Поправьте меня, если не так, я сниму другое. Вот этот стул 3499. Если я неправильно поняла, ну, извините, пожалуйста. Вот, это обычный стул. Теперь пойдемте дальше, посмотрим полотенце и для ванны, что спрашивали еще, кому очень-очень важно. В ответах на вопросы был вопрос. Полотенце 10 штук. Вот код 199. Вот они. Тут что-то даст, не даст. Также артикульный номер здесь есть. И название тоже здесь есть. Я еще раз на них сфокусируюсь. Так что вот, заказывайте смело. Кстати, в каком оно отделе? Если точно обратить, это понятно, что не продается. Ну, в общем, вот. И для ванной комнаты за 1000 вот эти вот, или тоже я неправильно вас поняла, 999, ну, тут три цвета, просто их фон как, но они все дешевле 1000. Сейчас я, конечно, и еще подойду поближе. А, ну вон там, кстати, 900... А, видимо, все-таки вы про те вот имели в виду. Но на всякий случай давайте на нем сфокусируемся. Где этот номер-то, ё-моё? Я уже не вижу. Вот здесь есть артикул. И теперь пройдемте к другим, к цветным. Видимо, вот эти 999, да, вы имели в виду коврик для ванны, который очень мягкий, 100% полиэстер. Ну и вот код, артикул. Они все по 999. Розовый. Ну, на стопе-то можно рассмотреть. Вот розовый. Кстати, напоминаю, что выставляйте максимальное разрешение просмотра видео, чтобы ценники и цифры не сливались. Правильно я ответила на ваш вопрос? Или неправильно? Вот в чем вопрос. Зеленый цвет. Они, кстати, очень мягкие такие. Очень-очень-очень мягкие. И для ванны вот он такой. Просто приятнейший. Очень приятный, короче. Это сейчас наговорю. Так, ну вот эти, которые за 1000 были. Вот еще есть коврик для ванны, который 1000, там был другие три цвета, здесь другие три цвета. Но это, скорее всего, не то, да? Ну, раз уж начали, давайте и на них сфокусируемся. Вот. Пожалуйста, артикул есть, но эти тоже мягкие, но уже не такой длинный ворс у них.